Всем привет! Сегодня я хочу рассказать, как я кормлю свою собаку. У меня немецкая овчарка. Когда мы его заводили, я даже совсем не представляла, что такие трудности, там это можно, это нельзя. Он у нас оказался еще аллергик. То есть нам овсянку нельзя, курицу нельзя, то есть яйца очень редко, рыба очень редко. У него на коже начинает высыпать типа перхоти. Вот, он весь чешется, поэтому очень следим за питанием. Может быть, кому-то тоже будет полезно или интересно узнать, чем кормить правильно собаку. Я думала, что он будет у нас кушать любое мясо, чуть ли там не макароны со стола, но нет, ничего этого, оказывается, нельзя. Можно только говядину. Значит, вот я делаю на говяжьих костях бульон ему. Кости, значит, покупаю мясо с костями, обрезаю мясо, кости, значит, ему в бульон, только говяжьи. Значит, покупаю ему, кроме мяса, значит, называется щека говяжья, это очень мясное такое, мясная обрезка, сердце кушает, селезенку, печень кушает, легкое кушает, вот легкое, значит, добавляю ему каши 2-3 ложки столовые в миску. В общем, сейчас обо всем поподробнее расскажу. Вот еще такие кусочки он у нас кушает. Это легкое, которое я порезала и запекла в духовке. Значит, раньше он у нас кушал вареное, но ему не нравилось. Оно вареное, легкое, оно такое какое-то слишком, ну, упругое, что ли, какое-то. А эти, они мягкие становятся. И он прямо их очень здорово любит. Значит, на каком-то собачьем форуме я вычитала, что нужно вот легкое именно запекать в духовке. Вот, значит, советую попробовать. Вот смотрите, у меня здесь бульончик. Каша ассорти. Значит, здесь рис, гречка и пшено. Рис круглый почему-то обязательно должен быть. Я этого, правда, не знаю почему. А, значит, вот кусочек селезеночки вот тут видно. Значит, вот от кадыка мягенькая, хрящик. Значит, вот от щеки обрезки. Вот такими вот, вот кадычок тоже. Вот такими вот мясными вкусняшками он сегодня у меня будет кушать, питаться. Ну вот, все до чиста вылезал. Лайк. И вот я еще использую такую добавочку для еды. Значит, минеральные вещества. Они для кошек и собак идут. Буквально 5 капель в порцию еды. И вот уже необходимый набор микроэлементов собака получила. Ну что ж, спасибо за внимание и желаю всем здоровья и вам, и вашим питомцам.